Ну что, народ, всем привет. Всем привет. Девятая заключительная серия проекта X. Вот. Что хотелось бы сказать. Вообще, на самом деле, интрига. Вот вам, наверное, интересно, чем это все закончится. Заработает вот этот гражданин 50 тысяч рублей или будем... Дербанить. Итак, мы там долго не снимались, на самом деле. Почему? Потому что после последней серии люди как подорваны, как будто как последний раз, ну и может быть праздники, наверное, тоже сыграли свое, заказали кучу изделий. И эту кучу изделий, соответственно, вот этот вот гражданин без моей помощи переделал. У нас только было серебро, которое вот у нас там коренную тучу купили. Итак, ну в конце мы все объясним и подобьем по деньгам, все вот четенько, все уже там понятно, более-менее. А в этой серии мы сейчас делаем, давай, лисий хвост толстый, ну чтобы красиво закончить, мне кажется, это вообще вот прям самый смак. Согласен. Расскажи, что за лисий хвост будем делать? Лисий хвост сделаем большой, ну больше 100 грамм, он 100% выйдет, 65 сантиметров длиной. Какой он получится, смотрите, увидите. Я сам не знаю, я такое большое изделие еще не делал, но мне интересно сделать его. Ну, вот, собственно говоря, поэтому решили вот такое вот мощным изделием зафинарить наше вот шоу, это вот, вот этот вот проект. Ну, я думаю, что будет интересно. А все самое интересное, интриги в конце. Напишите, кстати, в комментариях. Вот под этим, по-моему, вот поставьте сейчас на паузу и напишите. Дошел? Смог? Не дошел. Смог? Ты плачешь еще там и улыбаешься, чтобы там люди понимали. Ну что, давай, бери серебро и погнали. Все, погнали. Ну и всем, конечно, наверное, интересно расчеты этой большой цепи, которую мы будем делать. Проволока у нас 1,6, а ригели 5,5. Кому интересно, попробуйте.
знаете, вот подходит к концу проект, там Слава заканчивает цепочку, и уже понимает, что все, финал, вот, все заканчивается. Неважно, как он закончится, там, он соберет деньги, ну просто финал. Становится немножко грустно. Вот хотелось бы с вами посоветоваться, да? Ну, Слава уже начал хорошо сниматься, хорошо держится возле камеры, там. Напишите в комментариях, какой проект с ним дальше замутить. Ну, а я продолжу освобождаться время, буду, естественно, заниматься проектом «Ювелир с нуля». Ну, вообще, как бы, напишите ваше мнение, как вообще, вот, нравится такой стиль, не нравится такой стиль, зашло, не зашло. Просто объективно ваше мнение. Не мат, перемат, там, все козлы, мудаки и так далее. Не надо так. Потому что мы старались, мы вкладывали душу и так далее. Ну, просто будьте добрее, напишите действительно, как оно есть, ваше мнение. Вот, на этом, не знаю, там, Славу похвалите, потому что действительно парень старался и вырос вот с такого маленького ювелирчика вот до крупного ювелира. Он сейчас там пашет, делает цепи, прям бегом-бегом. Уже меньше брака, меньше переделок, меньше всего. С первого раза практически все получается. Я думаю, что ему будет приятно. Он, кстати, читает, в отличие от меня, все комментарии. У него побольше свободного времени. Вот, поэтому, соответственно, напишите ему. Ему будет приятно. Там, Славе привет передайте. Ну и также не забудьте написать, какое, может, применение, какой-нибудь, может, проект придумать. Потому что «Ювелир с нуля» — это был совет подписчика. Ну, вы тоже, как бы, креативные ребята. Спасибо вам за это. Пишите. А мы пошли. Я пошел наблюдать, как Слава работает. Ну и ему лайкос. В Инстаграм тоже напишите. Пипа красава. Он этого заслужил. Пришло время подводить итоги. Лисий хвост готов. Смотрите, какая мягкая цепочка получилась. И вес. И попали в вес, да? Да. Точно. Ну,
5 грамм, 7 там, плюс я ушел. 5-7, туда-сюда. В общем, ну, как обычно, пип, ничего не меняется. В общем, смотрите, человек попросил сделать не черненный DC-хвост, хоть и настаивали, он говорит, хочу белый. Как мы знаем, желание клиента – закон. Поэтому сделали все как положено, потом увидите готовое фото, готовое изделие. Также Славик наделал еще хреново тучу изделий, вот они, которые перед вами. Это все тоже с проекта, это все те же люди. Это с проекта, извини, что перебиваю, это с проекта с 7-й серии, к нему никак руки не доходили, крестик сделал, сейчас крестик сделаю, Роман приедет, заберет. Это Виктор Малев заказал, ну это браслеты, сколько уже было цепей сделано, какие-то даже переделал два питона, и выкручивал, и обратно их переделывал обратно. Ну, в общем, все как обычно, это жизнь, и вы только видите только красивую сторону медали, когда просто вот раз-раз и сделано. А за кадром стоит очень много работы, очень много переделки, мат-перемат и так далее. Просто многие просят, чтобы не матерились. Вот все. Табу, все. А так выскакивает. Да-да, нет, да и да. Ну, куда же без этого. Итак, давайте сейчас подведем наши итоги. Смотрите, в какой-то серии, я уж не помню, в какой это была серия. Шестой серии мы говорили, что у нас сейчас в наличии денег есть 13 200 рублей. И тут вот просто сделан был целый список работ, которые там делали. Московский бит на 33 грамма, бисмарк на 53-54, лисий хвост 51-84, якорь 40-36-44, в общем, короче, целая куча изделий. Вся эта куча изделий мы суммировали, получилось на 282.49 грамма. Как мы можем это доказать? Ну, по большому счету, показать, конечно же, мы вам не можем. Но те люди, которым делали, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вы увидите, какое количество людей напишут, что мы заказывали у Славы. Со мной не взаимодействовали, писали Славе. И Слава с ними общался, разговаривал, договаривался о встрече, прием денег и так далее и тому подобное. Ну, в общем, как бы вел себя как я, но только говорит Слава, да. Только я в детстве. Итак, смотрите, 282.49 грамма. Это было продано, ну, если пересчитать это в деньги, 42.400. По 150 рублей за грамм, можете взять калькулятор, тын-тын-тын-тын, и суммировать. И был продан еще перед 23 февраля тот лисий хвост, который вот с проекта за сколько он был продан? За 10 800, да. То есть мы не скидывали ничего, потому что лисий хвост очень сложное плетение. Итого, значит, у нас 13 200 плюс 42 400 и 10 800. У нас в кассе сейчас бинго! 66 400. Итог. Всего 66 400. Многие, конечно, нас скажут, вот там подстанова там и так далее. По большому счету, знаете, мы никому ничего не доказываем. Мы показали, точнее, этим проектом я показал, что можно человеку, который ни хрена не умеет делать, слушать, учиться. Слава здесь проводит 80% времени. С женой он общается только лишь по телефону и по воскресеньям. И то не каждое воскресенье, потому что очень часто у нас проходят съемки 3-4 дня. Мы не можем записать серию за один день, потому что всегда какой-то форс-мажор. Делали, сломалось, погнулось, переделываем и так далее. Поэтому, ребят, ну это все серьезно на самом деле. И мы никому ничего не доказывали. Слава доказывал самому себе, что он может. Я доказал самому себе, что я могу обучать человека, взять и обучить человека с нуля. Ну просто вот с нуля. Вот пришел человек, ничего не умеет. Было только лишь желание. Сейчас Слава начинает уже обрастать каким-то инструментом. Я его привез там напильник из Питера. И там по чуть-чуть покупает. Там 500 рублей, 100 рублей. Конечно же, это там скажете, ой, там, ему легко. Да, ему легко, повезло. Ну, просто повезло человеку. На жизни же тоже бывает, и вам иногда везет. Ну, вот так попал. Ну, в общем, дальше твои слова там. Вот я сказал все, что я думаю и чувствую. Мои слова. Я хочу передать огромное спасибо, благодарность всем, кто
поддерживала меня, она в течение этих 3 месяцев писала хорошие сообщения, чтобы там крепился, не пал духом, шел вперед в гору. Ну, я прислушивался и всегда шел к своей цели. Кто заказывал, огромнейшее спасибо. Надеюсь, все довольны тем исполнением моей работы. Ну, спасибо, еще раз спасибо. Спасибо Олегу, что откликнулся на мою просьбу, что решил вот так вот сделать этот проект. Всем большое-большое человеческое спасибо. Ну вот видите, он действительно был душевный. Это мой любимый проект. Один из, вот, точнее, самый любимый проект. Почему? Он просто душевный. Вот он, мы его снимаем без всяких напрягов, да, там, ну вот, вот так вот. Не без трудностей, но без напрягов. То есть все понимаем друг друга, оп-оп-оп, пошло и записывается. Ну вы сами видите, вы сами это ощущаете. Что дальше сделать Славе? Я же еще раз говорю, напишите в комментариях. Напишите, скажите, может быть какая-то появится идея. Я пока буду продолжать проект «Ювелир с нуля». А там, глядишь, что-то разгонимся, еще что-то, может быть, поменяем помещение, больше сделаем, потому что у нас уже все, предел, больше некуда, ни людей сажать, ничего. Вот. Ну, на этом, наверное, все. Мы пошли, кстати, деньги. Баблишка. Вот он. Котлеточка. Мы пошли делить деньги. Я забирать свои 100 грамм. Это не 100 грамм, не те 100 грамм, которые вы подумали. Хотя, кстати, неплохо было бы уже обмыть этот проект. Согласен. Всем спасибо. Спасибо, что были с нами. Спасибо огромнейшее, что смотрели, что комментировали. Да, спасибо за активность вашу. За все, за все. Спасибо. С вами Маргун Ювелир. Пока. Пока.